Всем привет, ребят! Сегодня мероприятие, которое посвящено двухлетнему, уже тривалому продолжению агрессивной войны. И вот сейчас мы в Берлине, находимся непосредственно у стен русского посольства. И здесь вы видите огромную большую акцию, которая приурочена памяти погибшим. Возлагают цветы. И вот сейчас, как всегда, встреча подписчиков, которых я всегда очень рада видеть. Привет! Привет, расскажите, пожалуйста, откуда вы? Вообще мы из Бердянска, из Украины. Но сейчас, в данный момент, проживаем город, небольшой город Вилькау-Хаславу возле Цвикау. Понятно. Вы специально приехали сегодня для того, чтобы внести свою лепту. А как вы меня узнали? Это очень просто. Вы очень яркая личность. Спасибо огромное. Я всегда рада встречаться. Боже, еще тут одни подходят болельщики, подписчики. Спасибо огромное. Я всегда, да, дякую вам. Как вас зовут? Светлана. Светланушка, вы откуда? Ирпень. Сырпень, понятно. Ну что, тримаемся, друзья, разом. Всегда рада с подписчиками. Гарного вам. Подписчики, привет! Спасибо вам большое. Спасибо большое за то, что... Спасибо вам. Да, спасибо, слава Украине. Героям слава. Да. Спасибо очень большое. Приятно.